Что-то аспекты меняю, задержка идет. Ну, на самом деле, тут еще вайп из аэропала, еще. По мане садимся? Да, я садусь по мане люто. Садишься по мане, потому что мы долго бьем босса. Потому что нет дамага. Вот почему ты садишься. А еще у Дестрика есть таланты, которые он не вкачал, которые как ретрик дают ману резвую. Сейчас линканул. Ой, зануда. Какой же ты зануда. Как да, не, твоей... ну зануда занудой как бы. Ну надо вкачивать как бы таланты какие-то полезные для рейда. Давайте я не буду вкачивать. Удача какая-то другая нужна, понимаешь? Чтобы это занудством не казалось. Все, какая, давайте. Например? Непринужденная. Ну так я непринужденная. Вот у тебя такой тон, не хочется тебе треснуть леща, прям ну, честно. Ну так тресни, ё-моё. Сейчас все то же самое. Идут только два танка и бьет только хан. Все, все готовы, идите. Танки гуляйте, горочи дебил. Не знаю. Стамина, дай ману отпей сначала, подождите. Стамина. Один час. Ну да, ему маны надо отпивать. Да. Пускай это пьет, подождите. 5000 все-таки. Идите. Я шилду дал минус 5%, пиздец. Че, бля, отпивал, смысла вообще нет. Блин, не подходите мне. Скажешь, когда атаковать его. Сейчас хант набьет, да. Все бьет. Пакт. ДК шаман. Если что, Юля баблись, не забывай. Шаман ложит. Лов ДК факт. Кусает шамана, чё лужа, вот. Потом кусает, хан кусает чопса, шаман кусает лока. Так, чтобы вы ориентировались. Шам, 5 секунд. Рядом с тобой мысли. Пакт, ДК. Долго думаешь. Светил, я залью. Лужа, шаман. Сейчас спустится. Тотем. Отжали? До фабелочки прожали? Да, все, вы на рейд. Назван Чопс Пак. Чопс Вейн есть? Дай Вейн ко мне, если есть. Зубы, что лок, 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 лок. Дал крик на хутор. Все, давай рост, наверное. Гим, да, рост. Чопс. Кусаешь ДК, лок, я к тебе подойду. А мы чё, хилов уже кусали? Первых билок нет. Так что не роняйте, пожалуйста.
на силу атаки крик обновить и кончается у нас. Так. Чопс назвал. Горы сяду. Тебя отбегу. Я хулипала укушу шаман. Тремор. Шаман, ты ДЦ кусаешь. Шаман. Даю дев. А, ты уже укусил лок? Да, сейчас надо убивать или опять выйдет проеб. Ну и чё? Я стою. Стою. Я чопс факт. И на дома по мане хил. Не знаю, как-то бей. Хотите, по чуть-чуть хотя бы подержитесь. Вон там зеркало, прожмитесь. Нечего. Баблы сейчас дашь, может добьют дот. Пил. Добили. Добейте! Пиздец, блядь. Это дымаги все равно. Даже без ретрика и ШП нахуй, блядь, это полное. Это нет, спасибо, это в ретрике и ШП дело, блядь. Да, монорега мало очень. Ты чё, ну блин, как они могут так долго хилить? Я не знаю, я, блядь, все прожал и вовремя. И кусали мы, считай, всех по ДПСу, и у нас просто хилы по мане сели и все. Okay. Бля, я представляю, как там Юля охуевает, если я охуеваю, то она тоже подавно. А перчатки там можно? Там... Надо тебе на кота. Ты запарил? Да заебал, чё на коже, сука, падает? Ебало, у меня уже коллекция сегодня, давай, у меня есть грудак, штаны, ебал, наверное. Ебал ты, Равен, понимаешь? Заебал. Я лучше что-нибудь на СМУ упало. Я даже не знаю, как мы будем, блядь, хилить сейчас это. Нас ДЦ выхилит-то? Без Юли. Таман, у тебя есть? Если вы слишком много лишнего урона получать не будете, то выхилю. Ну, контроль как бы хороший есть. Чё там, толстого только не танковать фуриком и всё, должны бить. Ну, я под толстого лужи пойду лить, в любом случае. И на пулы буду стараться давать. Народ, к сожалению, мне ещё остаётся минут 25. Ну, давай хотя бы захилим. ОДК? И... Да, ОДК. Да, да, да. Шаман, есть у тебя рестер спех? Любой, ПВПшный, там, какой-нибудь. Не, не знаю, плохо. Это плохо. Нет, да один там должен вроде захилить. Или что там? Ну, шаман, ты у тебя есть там жлобот или рейд фрейм там подхилить в случае? Крипто ты близбит. Два ДЦ приставил близбит. Чё там? Можно бить, ну? Да, все дошли, давайте. Пипец, вы то дожили, блять, укусы распределяемые, да, блядь. Нет, у нас таких проблем не было, первый рейд у нас такой. Давайте. Агрите, вообще тут... Ты не знаю, я, блядь, какие на пулы первый раз слышу, блядь, тут ханты руководили укусами, а тут напуливать надо. Отведи! И вот забери от меня крутилку и отведи его. И это, блядь, в бисовости... Так, я не понимаю... На пол плети там вот так крутящегося педрилу слева стоит. Кстати, у нас валяк вы напуливают? Нет, да, на циркуле. О, валяк
Выки. Типа напуливает? Берут... Нет. Типа белую берут и напуливают? Еще? Ты заикаешься. О-о-о. Да ебаный дискорд. Сейчас нормально вроде, когда ты говоришь ебаный дискорд, слышно? Ну, это ты... так, блин, это волшебное слово. Сейчас нормально вроде бы, слышно. Что ты говоришь? Там что-то, ну, напуливают, типа берут, ну, все серии типа черный берет, а хан такой берет белую, типа напуливает. У них же агро общее, если не ошибаюсь. А тут напуливать можно, пофиг. Как ты не замечал, я то напуливаю, то не напуливаю, блин. Ну, когда один раз не напулил, так и умер сразу, блядь. После того напуливаю все время. А про Лану первый раз слышу, блядь. Мне сколько в ПМ человек писало напуль на меня, и это писали ДД, а не танки уже. Да я знаю, как ты на циркуле делал. У нас в прошлый рейд не было такой, такой проблемы, у нас все нормально стали и боролись, что, блядь, за укус. А, блядь, сейчас там, как там, знаешь, как получилось? Ну, я вот сейчас смотри, я когда начинаю бить босса, да, я стандартно всю свою ротацию прожимаю. Получилось, что я был то ли третий, то ли еще, короче, или я первый был по агро. Получилось, что я больше агро просто набрал. А там, когда танк получил укус... Насколько я помню, наверное, я начал срывать. И, может, я сорвал, и кто-то стаунтил. Да, да, когда таунтишь первый, то агро становишься. И получилось, что Мишка второй был, он получил укус. Да из-за таунта обычно происходит. Ну, никак не из-за напула. Напуливать вообще нельзя там на танка. Зачем не, это? Не, на самом деле можно, как бы, просто... Если ты напулишь, это ну, хуже не станет. То есть танк, он МТ, он должен набирать агро столько, чтобы он был первый по агро. Ну, возможно. Второй танк, если он не БДК с ЛПшками, то есть если... Ну, любой танк, как бы, если БДК он ЛПшки жмет, он будет второй по агро и получит укус. А если второй танк не набирает агро как сумасшедший, то второй будет любой человек в рейде ДДшер, который набивает не столько, чтобы быть вторым по агро. Все будет нормально. Я ману рисую. Килю, я ману рисую, тут стою с тобой. Ну я подожду, давайте. Это спать. Что там, у тебя шерсть мокрая уже? Ты на лане, я так в жизни не хилила ни на одном БГ, ни в одном рейде. Потому что ДЦ, а не РШа. Нет, друи никто, потому что мы два хила, которые могут держать. ДЦ держит один таргет, прохиливает со щитами. Да, тяжело. Ну а ДЦшник, я что-то не посмотрел, чем он хилил. ДЦшник, ты обновление кидал там? Да, умеет он хилить. Там да, там уже, считай, на 10 людях вот этот дебаф, ослабленная душа. Я тебе вот скажу, у меня обновление было вообще просто некогда кидать. Там стоп, там флешками пойди херачи. Да не, без ШП. Тяжело. Ты нормально. Шуды, пинан был, пом был и флешки были, все, больше ничего не было. Я там, я крылья успевала несколько раз прожать тут рай. А мы сейчас куда идем? На кого? За хилями, наверное, расход. Да, да. Валю хилями, все, без ретрика, без ШП, на синдруете. Если Лану уж с горе пополам мы как-то убили, то на синдру. Я удивилась, почему он профал. Ну, профал, кстати, очень легко убили просто, блядь, вообще мы просто с ваншотили, считай. Спокойно. Я там водил профа, если не заметил, короче, к вам туда, чтобы вы успевали его бить, а потом уже только отводил. Так каждый раз делал. Возможно, из-за этого тоже. Ну, там еще первый слизень, насколько я помню, на лог, как красава заивейдился туда. Бери, к самой стене, бери. Он даже не зашел к нему. Я вообще да, нормально. Отхилишь ты нас, бомжей. Вот когда мы оденемся, блядь, все будут жирные супер ДПСеры, тогда в соло и палом отхилишь. Но есть легенда, что ДС
целую кадетятку обычку, и даже Геру может соло. Геру не отхилит никогда. Геру нет, наверное. Ты нет, чё это, блядь? Только с бафом. Ну да, блядь, да и с бафом я не поверю, что ДЦ осилит 10 гер в соло, ты чё? Не, ну холи при том можно, я уже так делал. Любой мелкий слаг и минус рейд на. Ну, не минус рейд, допустим, если кто-то из ДД слакнет. На самом деле, целка 10 гер, она сложная очень. Я даже не представляю, как тут с кинетикой будут проблемы, блин. Ты знаешь, как тут Void кинетика работает вообще? Ну как? Никак у нас. Блять, она с поглотами, нахуй. То есть я бью, я выпускаю 3 стрелы, это уходит как в шилд, в поглощение, а потом только, когда я его пробиваю, я поднимаю кинетику. Такой вздроч, я, блядь, когда первый раз сюда пришел, я аж прихуел, я, блядь, в соло в 25-ке держал, блядь, а тут в 10-ке не могу вообще, блядь, без лока, блин. Ну так надо назначать человека 3D и все. Да не, локи, если шарят, блядь, это вообще, это зачетно, блядь. Они пэтов своих, блядь, там вообще проблем нет. Ну вот лок мне помогал вообще четко, блядь, пэта отправил, все, одна кинетика минус. Там только момент, блядь, у меня был с пэтом. Залагал, блядь, забагался, блядь, хуй знает где бегал. Не бил никого. А тут, кстати, пэты часто лагают. Ну, багаются, блядь, панели пропадают, нахуй. Ну, бывает, ты в машину садишься, и, ну, и выходишь, и все, панельки тоже пропадают. Когда бой будет сразу, типа? Нет, в бою там ты... У меня на БГ часто такое, я, ну, иду на маунте, допустим, спрыгаю кого-то бить сразу, вот, ну, то есть сразу бой появляется, и все, жопа. Я это не вижу панельно. Объясните, пожалуйста, откуда берется этот посох названием Вечный Холод, по-моему? Осколки. Оранжевый который? Ну не оранжевый, а такой синий, знаешь, такой длинный, как на... Еще раз, да, осколок льда тьмы собирается, как ШМ этот посох. А, ну так это ШМ, оранжевый же. Но скажите, а где начало этого квеста? Наверное, как у этих. Давайте Валю захилим, потом про посох поговорим уже. Все, давайте, медведь справа. Вольт слева, Холипал Навальный, Дексен Рейна. В первую очередь подавители, потом огненных, потом ледяных. Жирных только в последнюю очередь. А я не знаю, как линковать потом... этот посох. Я даже не знаю, где ШМ искать. Я готова. О! Все, все готовы. Вот, и сам можно. И ты где такой нашел? Это что это? Алло, ребята, давайте пулять, потом посох, блядь, обсудим. Нет, мы хотим посох обсудить. Блядь, я сейчас обсужу тебе, блядь. Один рейд хилишь. Некогда тебе, блядь, посохи обсуждать. Ну, пожалуйста. Давитель справа. Слева. Опять зависла я, ребят. Ну, что такое? Слышно меня? Вот, отвис. Само подвисает, Юль, так что... Да, мага, огненно. Подождите, справа... Ледяного, потом огненного. Череп бьемся. Справа... Чумоход, левый срань, бой. Которая висит на нем. Выброс внутренности. А то оно больно пиздец бьет. А какого хрена у Вали так много хп? Право ледяной. Сколько не бросать с порталами. Блядь. Слева жирный. Справа подавительный. Слева подавительный.
фанга, потом уже огненный. Огненный вышел. Огненный. Стой, стой, не водивай. Это чтоб под морду не лезли. Все на пол пошел. Дело ледяное. Я уже по мане сел. Пиздец. Ну, жирным набей по-быстрому. Да, так у меня тут градом же не набивается. Ловите мне. Слева внизу и справа. Справа я сам слева убивать. Справа ледяная. Пельте войдем. На пол, да. Не сливайте так быстро жирного, бля. Я по мере возможности, блядь. Ману резаю, но у меня ее немного. Настолько скиллов, бля. Я сегодня тут хп. Справа жирный. Подавители пошли. Юля гроз срывает хилом, пиздец. Юля, скажи, когда рост? Еще рано. Я знаю. Сколько стаков-то надо? Так, чтобы у меня хотя бы 75% хп было. Фу, у него хп-то, блядь. Да дохуя еще есть. Я еще и стаков немного собрала. Они не дамажат же в обычке. Справа, едина. Стаков 40, блядь. Летим сейчас. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение. Моб на меня. Стой так, чтобы мы, ну, могут до тебя дольше шли, ты агро срываешь, что вам пиздец. Меня вообще куда выкидывает, там я и оказываюсь. В общем, уже. В общем. Подавите меня. Слейте справа, я одного слева солю. Видели я сейчас? Просто нет. Того света. Железно. Води его район положим. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Опять они на юг идут. Женя, если что, помогает, перехватывай. Я напуливал. Блять, блять, не помогает. Там жму похуй, он идет на нее и все, и до пизды. 60 стаков. Не знаю, поскольку она там хилит. Ну, просто срывает. Ну, поток ауэ хилит, грубо говоря. Давай ближе к центру, если что, помогу таунтам. Подавите. Давите или потом огненного справа. Ребят, я сейчас выдам, на меня агро пипец. Огненного, огненного. Кто 50к отхилит? Ну, крылья прожать подрос. Не знаю, сколько. Справа ледяной. Хорош стан. Он остался 700 тысяч, она не захилит до 30 секунд? Захилит, бля. Так, я еще могу... не отдавала прожимки. Сейчас выходишь и давай рост. Я могу дим на 10% увеличивает. Дайте рост не крылья. Рост. И дай. На ХП. Рост, шаман. Видите, сколько сейчас хиля? 300 тысяч. Ну, блядь, ну раньше надо было, ёпта, она три раза хильнула, а. И захилила она. У меня 400 тысяч. Смотрю, подожди, 400. Я смотрю, у меня 66% хп тут.
Понимаешь? 64 ДПС на... Ой, этот... Там надо хуйня, получать страков 50 примерно, если в соло. Ладно, как... ребят, вообще вот просто офигенно. Как это просто называется? ХПС, да? Да. 64 у тебя. Нормально. Если можно, я заролю эти запястья. Если никому не нужны будут, естественно, я заролю. Я кто? Ваха. Угу. Плечи никому не нужны, если не трансформируешь. Хули палос. Да эти ФЗ, стоит их брать, нет? Запястья? Там же сотку выкинул. Тебе нормально. Роли, роли. 80 класс. Такая нежелательная, зачем они шаману? Все, всем спасибо на синдром. Спасибо. Возможности. Эрл, большое спасибо. Пожалуйста, ребят. Что, вы синдром Лича не будете бить? Всем счастливо. Сегодня точно нет, потому что очень много времени потратили на Лану, на вас. Ой, да пронос, ребят, то увидите. Дыша. Вы классно. Я, кстати, кинула под крылья. Кило, оказывается... Ух, да! А. Ну, пожалуйста. Это когда... Да и... Есть еще ПС-ку мне закинуть? Лани. Уже... Кирилл, куда ты отвернул? Там... Холли Лайта. Что такое? А тут ты стоишь просто на стоп хилишь. Интересно. Мне не очень сегодняшний день понравился уж. Очень понравилось. Кату. А что это? Кату вообще в этих. Як? Кату клеющим или? Типа.